Большого офицерского счастья и бдительной охраны внутреннего порядка. Такие пожелания получили сотрудники Росгвардии в каждом регионе страны. Сегодня в России отмечают День войск Национальной гвардии, учрежденный указом президента от 16 января 2017 года. Дата 27 марта выбрана не случайно. Ранее в этот день чествовали сотрудников внутренних войск МВД России, ведь именно на основе этой структуры созданы войска Национальной гвардии. Охрана правопорядка в общественных местах, на массовых праздниках, митингах и территориях месторождений. Такие задачи стоят перед отделом Росгвардии по Ненецкому округу. Новая структура госбезопасности только формируется, поэтому полномочия во многом совпадают с деятельностью окружной полиции. Одно из главных направлений работы – предоставление государственных услуг населению в обороте гражданского оружия. Для этого создан Центр лицензионно-разрешительных работ. Вся информация предоставлена у нас в Центре лицензионно-разрешительных работ. Вот. В принципе, они все люди ответственные, охотники. Поэтому можно сказать, что именно оборот оружия здесь в настоящее время имеет, как выразить, не знаю даже это, в принципе, контролируем. Выдача разрешительных документов производится с участием участковых уполномоченных сельских многофункциональных центров глав поселений. Эта система позволяет получить необходимые документы владельцам оружия, не выезжая в Нарьян-Мар. В 2017 году сотрудники центра будут выезжать в села. Сегодня составляется график командировок. Очень много и хозяйственных проблем. Все это надо приводить в соответствие. Также нормативно-правовую базу необходимо будет привести в соответствие. Поэтому основные усилия будут все-таки направлены на становление нового территориального органа и, соответственно, на взаимодействие с МВД и работу с гражданами. За успешное выполнение задач и ответственный подход к работе сотрудников регионального отдела Росгвардии наградили почетными грамотами. Два сотрудника повысили звание и получили новые погоны. Валентина Чибичик, Антон Водряков, телеканал «Север».